Закрыто. Открыто. Добрый день. А, забыл заплатить, прикинь. По привычке думали картой. Спасибо. Лепота. Ребяшки, салам, как говорится. Приветствуем вас в столице Азербайджана, Баку. Самый, между прочим, большой город на Кавказе. Сегодня посмотрим с вами, сколько стоят айфоны, Xiaomi и разные другие приятные товары в этом прекрасном городе. Между прочим, легендарное место. Будь добры, небольшой кусочек. Черт побери! Черт побери! Так что пароль прежний, черт побери. Включаем GoPro. Работает. Обзор. Поехали. Очень чисто, между прочим. Вот посмотрите. Красотища. Мусора вообще никакого нет. Времени, к сожалению, еще 9 утра. Мы вчера были здесь в районе 4 вечера. Красотища. Такая движуха. Висят ковры, приятные люди повсюду. Сейчас народ только просыпается. Идем. Так вот, несколько интересных фактов. Первое упоминание Баку в 5 веке, ну, это чувствуется на самом деле. Площадь 2140 квадратных километров. Население 1,2 миллиона человек. Но это сам город. А если взять близлежащие деревни, которые как бы тоже имеют отношение к Баку, тогда население почти 2,3 миллиона человек. Налево. Три очень интересных факта об этом городе. Посмотрите, какой красавец. Диски, оригинал, с чернением. Вот человек ухаживает за машиной. Респект. Так вот, два интересных факта об этом городе. Первая в мире нефтяная скважина была пробурена именно здесь, недалеко от Баку. Лада Калина. Внезапно. Многие, кто насмотрелся американских фильмов, ну, кстати, довольно интересных американских фильмов, думают, что первые были американцы. На самом деле это не так. Первая нефтяная скважина – это 1846 год, недалеко от Баку. А американцы пробурили свою в 1859, на 30 лет позднее. Нам кажется, вот сюда. Вот, смотрите, это станция метро. Второй интересный факт. Здесь очень крутые такси. Называется LEVC, London Electric Vehicle Company. То есть эти машины делают в Великобритании. Но что самое интересное, эта компания принадлежит китайской компании Geely. И вчера на одной такой мы, кстати, и прокатились, когда ехали из аэропорта. Современные машины, настоящая такая копия лондонских кэбов. Они в основном ездят из аэропорта в город и обратно. Но если повезет, встретим такой, обязательно остановим его и прокатимся. Значит, воспользуемся метро. В Баку есть люди какие-то на крыше вот сидят. Просто сидят. Оу. Ехать нам всего одну станцию, прокатимся с большим удовольствием, посмотрим, что к чему. Пойдем. Смотри, досмотр. Так. А как бы нам купить вот билетик? Да то что, где парень? Вот, нажимаешь эту кнопочку. Так. Потом это нажимаешь, парень. Нецелованный. Что? Нецелованный парень. Да как-то вроде было дело один раз. Один раз по ошибку. Детсаде. А мне с этой кататься потом карты, да? Три монады здесь уже есть у тебя. Здесь 10 проезд есть. Три монады, 30 копеек проезд. Живем. Ну, огромное ладно. Спасибо. Хорошего дня, большое спасибо. Спасибо. Так, метро. Вот, нам дали талон. Там 10 поездок. 3 моната, то есть 30 копеек, да, забыли сказать про местную валюту. И, кстати, вообще такой снова дисклеймер по поводу курса цен. Вот в недавнем выпуске про Грузию многие написали, что что-то вы с курсом лари, курсом лари, непростое словосочетание, налажали. 21 рубль на момент съемки. Объявляют на двух языках, на азербайджанском и на английском. Слушай, это какой-то самый медленный в жизни эскалатор. Он
Мы уже едем минут 20, мы еще только половину проехали. Смотри, еще половина впереди. Так вот, мы написали, что курс, осторожно, лари 21 рубль за 1 лари. Многие ругались, что да, я ездил в Грузию, и с меня взяли 46. Прямо сейчас, на момент съемки, официальный курс азербайджанского маната, официальной валюты в этой стране, вот такой. А к доллару вот такой. Поэтому, сами понимаете, в зависимости от, так сказать, способа оплаты, карта у вас иностранная, не иностранная. Так, осторожно. Тут нужно заблюрить, запикселить. Спасибо. В зависимости от способа оплаты курс может быть, ну, разный. Но официальный курс вот такой. Поэтому ищите, как говорится, способы. У нас тут способ есть. И многие о нем тоже знают. Это что? Это вся станция? На один вагон, что ли? А, нет, смотри, она большая. Она как короткая здесь, но длинная там. Новые вагоны, а чьи это, интересно? Все, приехали. Одна станция. Вот, кстати, карта Ватиканского метро. Всего две ветки. Так, выходим. Реклама, смотрите. Самокатик, скутер Xiaomi Mi Essential C. 699 манат. Манатов или манат? Макдональдс. Было время. О, прям через дорогу. Сразу берем сосиски, все, санкционочку. Три маната. Вот такие. Ё-моё, 12 штук. Тут конкурс красоты, что ли, такой в этом магазине. Ребятки, пробки. Смотрите, какие. Это вот 9:40 утра. Смотрите, все вообще битком, плотненько. Все вивикают, все гудят, все пытаются пролезть. Ну, в общем, интересно. Макдональдс, пойдем. Нифига. No camera. Окей. Макбахе, кухня. Кухня. А, кухня, no? No. Окей, no problem. Thank you. Значит, сказали, кухню не показывайте, а все, говорит, остальное снимайте, сколько влезет. Итак, ну, логично, учитывая непростую ситуацию в мире. Big Tasty, манат 8.50. 8.50 манат стоит Big Tasty, Big Mac 4.90. Чизбургер 2.30, дабл гамбургер 3.40. Гамбургер 2 маната. Все понятно. Мы только что позавтракали, поэтому все. Окей, thank you. Have a good day. Thank you. Оп. Куда мы идем? Мы идем, ребятушки, в Apple Store. Официальных прям Apple Store тут нет, но есть официальные реселлеры Apple. Называется Alma Store. Их тут 4 штуки в Баку. Дайте мне 55 секунд, я быстренько загуглю. Очень интересная рекламная пауза и продолжаем. Ребятушки, знаете, что многие поняли? Чем мощнее и компактнее ваш рабочий ноутбук, тем, как говорится, лучше. Вот хороший вариант. Называется Asus VivoBook S15 OLED. 4 интересных особенности. Первое. Превосходное качество изображения. Дисплей OLED 120 Гц, сертификация Pantone и 100% цветовой охват DCI-P3. Профессионалы знают, о чем я говорю. А еще 15 дюймов. На таком Photoshop видно и помонтировать как следует можно. Монтаж, кстати, тянет. Процессор здесь AMD Ryzen R7. Вот все спеки. Графика тоже AMD. Если работаете удаленно, для вас система интеллектуального шумоподавления. Несколько микрофонов и веб-камера 720p со шторкой. Да, вот она. Открыта. Закрыто. Со шторкой приватности. И еще интересное. Антибактериальное покрытие, мощный аккумулятор, быстрая зарядка, вес 1,8 килограмма, молодежный дизайн. Ну, честно говоря, особенностей тут еще очень много. Специальная ссылка внизу. Однозначно рекомендуем зайти и посмотреть. Мощный и легкий подойдет для домашней и удаленной работы. Рекомендуем и продолжаем. А? This is yours? Yeah. Really? Yeah. Do you make it like yourself? Yeah. Is it a petrol, бензин? Yeah. Nice. Из велосипеда салют сделан. Вот ты человек сидит. Помните Виталия в видео про Грузию? А вот тоже человек ездит вот на таком. Так что у Виталия еще достойный был мопедик. Прикольно. Ты успокойся уже. Сколько можно его снимать? Пойдем, в Apple Store идем. Вот, ребяшки, вот здесь стиль, смотрите. Это вот, вот этот автомобиль в почете в Баку. Видели уже, наверное, раз 15 на дисках, тонировочки. Серьезно? Lamborghini? Сколько стоит? 470 тысяч. Она продается конкретно? Можно на ней уехать сегодня? А почему? Полгода ждать тачку?
Не, так если я из Казахстана к вам приехал, хочу в Алматы на нем кататься. У завода разрешение? А им не пофигу, они просто, им же просто продать нужно, кэш получить. У завода. Открыть можно? О, да. Чай, кофе? Нет, спасибо большое. Мы в Apple Store. Взаимно, взаимно. В Apple Store шли, вот и аккуратненько. Аккуратненько. 400, вы сказали, 80? 470. Огромное спасибо вам. Спасибо большое. Ребятушки, находимся рядом с торговым центром Парк Бульвар. Это один из четырех крупных таких модных торговых центров Баку. Стоит, конечно же, сказать, что в Баку есть море. Есть вот речной трамвайчик. Такой симпатичный, кстати, он стоит. 30 минут стоит 5 манат. Вот написано манат, не манатов. Очень много в Баку крутой архитектуры. Буквально несколько фоток. И вот она действительно вся, вот вся перед вами. То есть она равномерно распределена по городу. Раз стадион, Flame Towers, вот здание красивое. Там вот еще одно, вот такое. И на въезде в город мы тоже много интересного всего увидели. Apple Store, возвращаемся, куда шли. Добрый день. Можно ли снимать цены? Цены, спасибо, спасибо. TX 13 Pro Max стоит самый дешевый 2999 манат, терабайт 4149. Это самый крутой магазин в Азербайджане. Вот это вот. TX 4 это вот самый. 11 iPhone 1339. По памяти сколько? 64 гига. Чехол стоит 129 манат. Недешево. MacBook'и. MacBook Pro 16 дюймов, Apple Pro M1. 6059 манат. Спасибо большое. Спасибо. Скидки, скидки, скидки. Вообще на все скидки. Вот это классные кроссовки. 279 манат. А вот такое. 195 манат. Что? О, штаники, смотри какие. Вечером на районе выйди погулять, да? 95 манат надо брать. Да? За фисташечками вечером таких сходить. Самое то. С черными туфлями. Черные туфли нужны уже. Ух ты! Какие-то новые. Какие-то самые дорогие. 329 манат. What the cheapest smartphone you have? The cheapest, the lowest price. This one. Yes. Redmi 9A. 9A. 232. Okay. And the highest price, the most expensive smartphone. 12 Pro. Yes, 12 Pro. But this is 12. This is 12. Вентилятор. Так, для ради интереса 179. Вот тут классный вентилятор. У меня такой есть. 179 манат. И вот, а вот этот у нас в офисе. Три штуки стоят, кстати. 249 манат. Так, магазин Базар Стор. Супермаркет. Ух ты, какой красивый магазин. Во, цены на молоко. Давайте посмотрим. Простоквашино 3,20-3,80 манат. 2,19. Самое дешевое. Огурчики, огурчики. Огурчики 1,49. Помидорчики 2,39. Картошечка 0,75. Кока-кола 0,89. Что-то какое-то модное. Желтое я такое не видел даже. А вот Бонаква 0,40. Из-под крана, но зато недорого. Вот кэб стоит, кэб. Это вот не самый новый, на котором мы ехали, красный тот красивый электрический. Это предыдущий, но тоже такого британского формата. English, русский? По-русски. По-русски, конечно. По-русски. Спасибо. Прикольно. Вот в Великобритании вот такие такси. Так, говорите, куда хотите. А, да. Значит, Хотите на горящие горы поедем, хотите на вулканы поедем. Серьезно? Скажите, а это у вас, откуда такие машины? Это английский кэп, во времена Евровидения, Много? 500 штук. 500 машин таких? Да. Прикольный. И как вам нравится? Ну, у меня это моя личная собственность. Вы купили себе такую машину? Да, я ее выкупил. Такси, она идеальна. Идеально для такси? Да. А чем идеально? Во-первых, так еще.
Красный. Какой мотор? Красный. Что значит красный мотор? Красный. А вот сейчас новые электрические какие-то, да, завезли? Да, красные. Почти 8 месяцев я на ней работаю. На красной, на электрической? Да, да. Так, и? Одна зарядка очень мало, почти где-то, если на предмет, километра 8. А вы не боитесь так вот, чашечку вот так ставить? Она у вас не свалится? Нет, машина. А вот она стоит, да. Во. А ну и цена у нее, я тебе скажу, 143 тысячи. О, а вот это сколько стоит, извини, секрет? А я вот это новое стоит 40 тысяч. Ничего себе. Да. Можно 3 таких купить. Так а вот на приусах многие ездят, Uber особенно вот эти вот. Все. А, ну это вообще не машина, это мусор. Mm-hmm. У нас в Грузии их завезли, как мусор. Так. Ну вот и все, и вот сейчас они вот как такси заправляют. О, спасибо большое. Хочешь печеньку? На, другу тоже, да. На, держи, тебя тоже угощают. Спасибо большое. Так что вот. Если ты мне спасаешь выбор, да. Новая такая машина, старая такая, я, конечно, не езжу. Много ли таксист может заработать в Баку за день? Ну, это смотря на твой день, если удачный день. Ну, в удачный день. Ну, в удачный день я день зарабатываю. Может быть, могу заработать 100 монет. Таксист в Баку – это доходная профессия. Как профессия, да. Она выжилась. То есть, кому нечего и делать. Даже каждый хирург, когда уходит с работы, он ставит шахматы. В смысле, это как это так? У меня есть знакомый каждый хирург. Так. Он когда выходит с работы, он просто ставит шахматы. Я ему говорю, зачем это? Он говорит, а мы даже кто-нибудь проголосуем. На бензин заработал. Понимаете, то есть как профессия, она всегда есть. Такси это была отдельная касса, отдельная профессия. Точно. Специальные такие люди, которые ни на кого, ни на что не были похожи. Да. А сейчас ему 20 лет, ему доверяют 5 жизней. Садятся 5 человек в его машину. Да. И он не чувствует никакой ответственности. Я так скажу, да. Профессиональных таксистов сейчас нет. Понятно. О, мы уже, кажется, где-то рядом, да? Это улица в царское время называлась Телеграфная, да, для твоего интервью. Спасибо. Потом, по этой улице, прямо до вокзала, и справа, и слева только магазины. Там и оптовые, и в розницу, и за поцелуи, и за все, что хотите. Серьезно? Сколько с нас? Ну, сколько? А я не знаю, не, ну, правда, сколько стоит поездка? Я... Давайте 10 смартфон. Как вас зовут? Меня зовут Газанфар. Очень приятно. Спасибо, хорошего дня. Спасибо за печеньку. А сколько пробег у нее уже? Ну, моя машина пробег для таких машин очень мало, 300. Это мало? 300 тысяч? Да. А сколько они ходят? По миллиону, по 800. Роскошно. То есть эта машина была как директора. Все поменялось. Да. И на это, как говорится, волнение. Спасибо большое. Все. Счастливо. Спасибо. Прикольная тележечка. Значит, вот это все. Вот туда, вот там, параллельно, вот здесь это все телефоны. Вот магазин. Телефон в Баку. Мне кажется, точнее не бывает. Hello? Добрый день. The lowest price, the cheapest. Money? Low. How much? Okay. 200 for this one. This one. 2150. All right. Thank you. Because of the lack of interface внутри. Дверь открывается всего на 40%. О, Apple сервис, в который мы шли. Вот, это он, точно, смотри. Hello? А что-то у вас ничего нету? А в продаже есть что-то из айфонов? Хоть что-то? А этот продается?
Ладно, спасибо большое, спасибо. AirPods Max, смотри. Какая-то коробка новая, что ли? 40 манат? 40 манат за AirPods Max, это же дешево. Во, шаурма, то, что нужно, что называется. 3,50. А, пахнет вкусно. Ух ты, смотри, азербайджанский двор. Все, уходим, я понял, ладно. Gold Mobile. Я думаю, что здесь лучшие цены. Здравствуйте. Здравствуйте. А у вас есть айфоны? iPhone. Понял. Спасибо. А не подскажете, где вот купить дешево айфон? В смысле? В интернете. А где в интернете? Топаз, сайт такой. Вот, мы нашли магазин, где должно быть дешево. А, вот, у них целых два телефона в наличии. Куда три? Полный TikTok Mobile. Орешки. Монат 20 за яблочки, за игрушки монат 50. И нектариный монат 80. Ребятушки, хочется сказать кое-что важное. Может показаться, что Баку это вот какая-то вот торговля, какие-то такие переулки. Ну вот, пожалуйста, просто какая-то рандомная улица. Вот сколько мы здесь ездили, 2 дня, по улицам, везде, в старом городе, в новых каких-то кварталах, подальше, поближе, везде равномерно, приятно, красиво. Чтобы погулять здесь или больше времени провести, имейте в виду, очень даже достойно. Идем дальше. Так, заходим в 28 Mall. Вот еще один интересный магазин, который нам посоветовали, Music Gallery. Прям подписчик сказал идти в Music Gallery. Давайте глянем быстро. Galaxy S21 FE, 1599 манат. Памяти 6128. Xiaomi Redmi Note 11, 464, 459 и 9 манат. Здрасте. Можете что-то купить? Давайте. А это нормальный магазин покупать смартфон? Ну, неплохой, но здесь цены. Есть основной шар, огромный, большой. Так, давайте фоткаться. Да, если не что. Где искать цены низкие? В Иршаде. Так вот Иршад, вот же, за углом здесь. Не, ну тут мало товаров, я про это. Но цены такие же? Да, цены а такие. А тут хочется ходить искать дороже будет? Да. В отличие от магазина, который вот за стенкой здесь? Да. Вот этот справа, Иршад. А вы что, студенты, школьники? Только что поступили. Куда поступили? Сюда, в Азии. Поздравляем. Спасибо. На кого? Я геолог, геофизик. Круто. Но это же сетевой крупный магазин дорогой. Как здесь может быть дешево? Он дорогой, он нормальный. Еще он у него товары качественные. Redmi Note 11. Вот там такой же стал. 464, 479. Это прям хорошая цена? Да. Для нашей страны, да. Нет, вот вы бы поехали покупать. Вот вы сюда бы приехали покупать? Да, по-любому. Ну вот смотрите, здесь, если покупаешь сразу, 50 манат скидка. О, нифига себе. То есть получается 429 манат. В общем. А это типа если в кредит брать или что? Нет, если полностью брать наличные. За такую сумму наличными, то 50 манат скидка. А если нифига себе. Кредитом, то 40 манат. 12 месяцев. И еще здесь очень часто скидки бывают. Допустим, если я студент, я даю билет студенческий, и мне какую-то скидку делают даже на кредит. А вот через дорогу вот эти все ларьки-палатки. Ларьки-палатки, это там дороговато получается. Там, да. А как вы на русском так хорошо говорите? Вот многие вообще на русском не говорят. Ну, мы закончили русский сектор. Почему? Многие, наверное, нервничают при виде камеры. Нет, они вообще не говорят. Вот мы как просто заходили, они вот вообще по-русски нет. А многие вообще на русском говорят? Здесь, да. В городе, да. А вы на каком языке общаетесь? Ну, в основном на азербайджанском, но да. На русском, естественно. Ладно, господа, приятно знакомиться. Спасибо. Поздравляем еще раз. Спасибо. Счастливо, удачи. Магазин Zara. По многочисленным заявкам наших подписчиц просили посмотреть, какие цены. Зайдем, быстро посмотрим. О, пиджачок зеленый. 119 манат. Вот такой. И штаны еще в комплект. За 79 манат. Что смотреть? Что, я не знаю, что нужно? Что требуется? Вот, джинсы. 59 манат. 89 манат. Вот туфли вот такие. Розовые. Магазин работает. Всего полно. Имейте в виду. Мужское вот еще. Ну, тебе надо что-нибудь?
Здрасте. Вы ведь блогер, да? Да. 808, кажется, да. Подписчиков. Сколько мне нужно снимать? Мы вас запикселим. Так, у нас осталось два интересных места. Автомобиль. Мы ждем специального человека, нашего подписчика, уважаемого местного жителя. Он нам все покажет, расскажет. Туда. Идем. А вы что-то делаете? Работаете? Я работаю, да. Если можно. Сколько хорошая зарплата в Баку? Нормально, более-менее. Ну вот у вас, если не секрет, примерно в месяц? В манатах объяснить. Да. 500 где-то было, 500 что-то манат. В месяц? Да. Это прям хорошее считается? Более-менее. Для студента? Я не студент, мне 20 лет почти. Ладно, счастливо, спасибо. Ребяшки, вот та самая машина. LEVC, London Electric Vehicle Company. Здравствуйте, извините, чья машина? Фотограф можно. А можно открыть, посмотреть? Можно. Да? Ну, посовременнее. То есть, вот прям панорамная крыша. Карточку можно платить, там терминал. Ну и там вместо водителя все на экранах. Вон, там вот раз экран, и два экрана. Но чемоданы едут с вами всегда здесь. Багажника нет сзади, вот, все, закончилось. Зато очень удобно, если из чемодана что-то нужно достать, если дорога долгая, прям раз тут открыли, как вот мы ехали, закрыли. И вот эти сиденья дополнительные, 6 мест. И с компашкой ехать, так вообще красота. 100 штук они такие купили, машины все электрические, ну и выглядит богато. Хорошая машина? Супер. Не, ну серьезно. Да. А чем хороша? Очень мягкая. Мягкая? Да. И этот электрический. А говорят, 80 километров всего на одной зарядке, да, немного. Да, да, да. Так вам нужно постоянно заряжать ее, получается. Полчаса времени. Полчаса всего? Прикольно. Ладно, спасибо большое. Спасибо. Сейчас не ютубер? Да. Да. А вы? Орел и Решка. Нет, не Орел и Решка. Это смешно, но близко. Ага. Здрасте, здрасте. Хорошо, мы готовы? Да, да. Окей. Куда мы едем? Мы едем сейчас на машинный базар. Он находится на Патамдаре. Там, в принципе, очень много автосалонов и дилерских, и вторичных. По продаже вторичных автомобилей. Машинный базар называется? Да. Можно ли вас попросить пару слов о себе рассказать? Да. Чем занимаетесь? Ну, я работаю в транспортной сфере. Последняя моя работа была в сфере грузоперевозок. Ну, я там был начальником транспортного отдела. Так у меня есть из любимых хобби, я занимаюсь RC-машинами. Серьезно? Да. Радиоуправляемыми? Да, радиоуправляемыми и большим масштабом, пятым масштабом. То есть вы по транспорту? И по хобби, и по работе? И по работе, и по хобби, да, у меня транспорт. Я люблю это. А сколько бензин стоит сейчас? Значит, бензин марки 92 стоит 1 манат. Недавно подняли. Стоп, 92-й 1 манат? Это же 30. Это же очень дешево получается. $0.5. Ну это 92-й, а вот 95-й уже 2 маната стоит. 98-й. Такая разница, да, серьезно? 98-й 2.50. Ну это связывается с тем, что 95-й и 98-й они импортируются, у нас не производятся. А 92-й у нас производится за это. И сейчас вот многие люди уже перешли на 92-й, даже те, которые заливали 95-й. А у вас вот 5-й здесь? Нет, здесь 92-й. Но у меня на моей другой машине, у меня у самого 2005 года Jeep Grand Cherokee с объемом 5,7 литров. 5,7 литров, да. У вас? И там на ней я постоянно ездил на 95-м бензине. Ну, езжайте, не спи. Вот заметили, что водители прям много пибикают? Да, без сигнала у нас нельзя. Без сигнала нельзя? Не ездить без сигнала, потому что полосы никто не держит, все куда-то спешат. То есть в этом плане нервы должны быть железные. Да, это мы заметили. У нас, значит, вот это... Может, Ниву купим? Нет. Почему? Нива не машина. Да как вот... тут вон все на Нивы гоняют, на себе столько Нивы. Я не понимаю людей, которые идут, платят минимум. Да. Она стоит 18 тысяч манат. Да. Это почти 11 тысяч долларов. И потом столько же в нее вкладывают, но это все-таки остается Нива. Двигатель очень слабый, то есть на бездорожье она слаба, потому что моменты бывают, когда нужен крутящий момент, у этой машины твоей нету, ага. И комфорта нету. Это уже Lexus, да. То, что нужно. Вот это в основном площадка. Вот это вот огромная. Да, вот это огромная площадка, это и есть рынок.
Я видел со спутника, да, фотографию, там все заставлено. В субботу и в воскресенье здесь бывает очень много машин. Интересно. Да. Машина. Джазовый ресурс. Скажите, пожалуйста, вот Бентли и Запорожец сколько стоит? 12 тысяч монатов Запорожец, а Бентли? Долларов. 50 тысяч долларов. Ну, а гарантия какая-то есть? Как есть, то есть сели, поехали, да? Использованные машины, да, проверяют, ну, проверяют. Посмотрим немножко. Спасибо большое. Вот, Камри. Как новые. Ну. Да, когда? Да, вон, номера даже валяются. Это новое? Это все как? Да. Да ладно. Ага, вот видишь, эмаль заводская даже есть. 42 тысячи монет. Недурно. Камри еще хотели спросить, сколько стоит? Новое? Да. А без теза Камри начали? $40,000. 40 тысяч долларов. 41 тысяча долларов. Оно новое, да? Да. 5-литровый 2010 года выпуска. Кима. $25,000. 25 тысяч долларов. Недорого? Очень недорого. То есть я говорю, да, уже в связи с поднятием топлива и уже цены на большие моторы падают. То есть такое наоборот скидки будет. Спасибо. Спасибо большое. Хотите мотоцикл посмотрим? Давайте. Поехали. Там у нас хорошо приход. О-хо-хо! Ого! Ким. Очень приятно. Это ваше все, да? Да. А покажите, пожалуйста, что вот продается вот самое интересное, на ваш взгляд? Вот. Ну, это... Да. А это 20-го года, всего лишь 440. Да как его так... Вы его отмывали, что ли, так? У него даже цепь, он... Ну, все правильно. У нас так следят, да, на мотоцикл. Ну, просто как новый. А сколько стоит? $23. Так, вижу, самый интересный экземпляр у вас там стоит. Мы их реставрируем. Так. Сдаем владельцам. То есть это на заказ. Владелец дал, мы его от нуля как бы разобрали. Да. До каждой спицы все заново. Отполировали, собрали. Да. А это наши гоночные мотоциклы. Красотища. Ну да. Это прям дакаровский настоящий? Да. А это вот у вас? Это все наше, да, мои заслуги. И вас, говорят, еще мотошколы, да? Да. Торговля не сильно отличается, наше дело учить. Учить. Ремонтировать. Торговля так между делом иногда. О, смотри, вещь какая. Здрасте. Здравствуйте. То есть вам можно любой мотоцикл привезти, и вы его... Любую мототехнику, да. Водную технику, да, все. Все, что крутится, вертится, пожалуйста. Огромное спасибо за уделенное. Спасибо большое. Ребяшки, короче говоря, вот такая вот история. Вот встретили еще один интересный аппарат, как называется, Ape Extra, что-то там, DX, вот такой вот моторикша. Много всего интересного в Баку, мы, честно говоря, первый раз в Азербайджане, очень понравилось. То есть город большой, город красивый, есть что посмотреть. Нас уже там и на озера какие-то приглашали, еще много куда, но видите сами, посмотреть много есть что. Если у вас небольшие бюджеты, если есть бюджеты побольше, вот, пожалуйста, есть еще кое-что интересное. Только что заметили, сейчас покажем. Во, смотрите, есть вот такой вот белый, только что увидели вот такой вот черный. Чанган, Азербайджан. Китайские бренды в Азербайджане тоже активно представлены, и машины в наличии. Есть, пожалуйста, Mazda, есть Toyota, есть Volkswagen. Никуда как-то специально ехать не нужно, ничего ждать, вот машины в наличии. А вообще в Баку есть что поделать, как вы успели заметить. Показали вам цены на Xiaomi, на айфоны, сколько стоит вода, сколько стоит много что еще. Ждем ваши комментарии. Огромное спасибо всем тем, кто едет, ребятки, красота. Вот она где, смотрите, красота. Значит, огромное спасибо всем тем, кто проявил сегодня гостеприимство, кто проявил терпение, показал нам цены, показал нам весь свой ассортимент товаров. И не только. Ждем ваш комментарий. Привет из Баку. Увидимся. Пока.